Всем привет, ребят! Видите, да, что у меня тут рядом со мной стоит? Вот такое вот аппаратище. Честно, это наш товарищ купил себе, чтобы маленько обновить автомобиль. Ну да, да, обновить. Но с таким умыслом, что в этом автомобиле стоит дизельный движок. И вот много раз я уже натыкался на такое предложение запустить двигатель в разнос. Дизельный. Честно, есть, конечно, такие моменты, ну, когда движок идет в разнос, ну, про который, например, вот лично я знаю, да, там это когда турбина начинает кидать масло, то есть, как мы все знаем, дизельный двигатель на масле работает просто отлично. Ну, и еще есть такой второй вариант, про который слышал, сам не сталкивался, что когда сальник, либо прокладка на ТНВД начинает перепускать, солярка попадает в блок, ну и как-то там захватываются эти пары. Честно, вот этот вариант слышать слышал, знать не знаю. А вот про масло знаю 100%. Сам видел, можно сказать, практически в этом участвовал. Поэтому, что мы будем делать? Ну, понятно, да? Короче, будем запускать сегодня двигатель в разнос. Будем имитировать такую, ну, типа утечку масла. Оно же работает как, что турбина начинает гнать масло, оно там в кульке набирается, потом газанул, она же сама же и подхватила это масло, и, короче, тара-та-та-та-та. Ну, здесь кулька нету, но мы сейчас по ходу что-нибудь придумаем, как нам туда подать масло. Погнали, короче. В общем, с первым делом надо что? Надо хотя бы его просто завести для начала. Заводится он хорошо, но не со стартера. То есть только вот так вот, при помощи галстука его можно завести, либо распихать как следует. Ну, что мы будем пихать, у нас как бы все есть. Давай, сейчас мы посмотрим, как он дымит. Ты тут потихонечку-то, блин. Во! Ну, уже жми в газ, что? Да нажимай уже на газ-то, елки-палки. О, пошло. Да. Ну, ничего страшного. Вот такой у нас сегодня вот подопытный. Ну, что поделаешь. А почему и, собственно, еще раз повторюсь, она была и куплена машина по-любому. С вапаса мотор будет, как ни крути, здесь 107%. Ну, а этот пока работает, как бы снять и выкинуть жалко. Поэтому сейчас мы его будем в разнос запускать. Здесь интеркулера нету, поэтому прямо перед турбиной на впуске был штуцер. То есть одели туда шланг, хомутиком все без проблем, замечательно. И сейчас это прямо перед самой турбинкой. И сейчас надо что сделать? Надо это дело все в канистру с маслом опустить. Ну, как будто из кулька все это хватает. Ну, я думаю, просто газануть, оно должно его подхватить. Ну и дальше мы уже посмотрим, что из этого получится. Четко. О, меры безопасности обязательно. Так, канистру вставляй, Владюк. Это он сам, что ли? Он там уже разнос, он уже идет, блядь. Ой-ой-ой. Это... Ой-ой-ой. А засовывай его туда. Что, достало до масла? Да. Надо газануть. Газануть? Надо газануть. В общем, все, шланг в масле. Сейчас чисто теоретически на газ нажать, она должна его потянуть. Ну и все.
И там уже все начнется. Теоретически. На практике сейчас узнаем. Ну да, нормально. Не дымит машина, не дымит. Все. Что-то как-то быстро. Причем не нагрелся, даже температура рабочая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заклинил. Пускай сейчас, наверное, отпустит немножко. Ну, остынет. Если остынет, тогда, может быть, и отпустит. В общем, ребят, что-то как-то это самое. Он вроде пошел, хорошо. Так, а потом раз, бум, опять скидывает, как будто сильно много масла. Но в любом случае получилось то, что движочек что-то заклинило. Но такие моменты мы уже как бы в курсе, знаем. Сейчас он маленько подостынет. Я думаю, что его можно будет опять провернуть и опять завести, потому что сейчас все, встал колом. Many, many minutes later. Нифига себе грохот. Все, заклинил дверь. Нет, смотри, расклинил. Зальете его сейчас. А? Сильно много, наверное, льете. Прихватило, двигатель прихватило, а теперь, короче, он прилип, то есть что-то там прилипло, вкладыши, может быть, что-то еще, и, короче, двигатель мы провернуть никак не можем, тут уже таскаем его там туда-сюда, ну, видели, и почему-то пока безрезультатно. Короче, сейчас мы полезем назад, ну, побольше народу, чтобы заднюю ось загрузить, ну, чтобы, соответственно, зацеп был побольше, и все-таки будем сейчас пробовать его срывать. Ну, не может быть такого, чтобы он бряк и прилип. Хотя, может быть, кого я обманываю. Все, забрались в бусика, догрузили его я и, как вы можете понимать, оператор, который сидит рядом со мной.
А, ну вот, ребят, смотрите, что получилось. На самом деле, да, залезли мы за дизель, придавили ось, но сразу же появилась другая проблема. Сцепление. Просто очень сильно воняет, дымится. Сцепление. Блин, движок прилепило так, что аж сцепу проворачивает. Короче, похоже, он прилип очень сильно. Вот несколько раз, буквально там, на каких-то там 10 секунд получался вот этот момент. Видели, да, когда... Ну, он, Ванька, взял просто, давай на канистру давить. То есть имитировал не то, чтобы там двигатель, там, допустим, да, турбина сама там хапнула, да, масло. А он еще, ей туда и, в общем, под давлением пихнул. Он реально, видели, он поднял обороты прям сразу, потому что педаль газа никто не трогал. Он затарахтел как сумасшедший, но ненадолго. Почему-то вот ненадолго. Честно, не знаю. Блин, с дизелями нету такого опыта работы, а как с бензиновыми моторами. В общем... Прилип движок. Все-таки есть подозрение, что какой-то шатун, скорее всего, загнуло. В общем, пока не вскроем, не увидим. Поэтому поехали на базу, быстренько его раскидаем и посмотрим, что с ним произошло. Ну и там уже будем делать выводы. Поехали, в общем. Подавали масло, да, через турбину, и получилось то, что не успевал он, потому что когда давили на канистру, он поднимал обороты, уже уходил практически в разнос, но почему-то все равно подача масла была немного большая, и поэтому скрывать движок не стали, потому что откачали масло. Короче, поэтому набралось масло в цилиндрах, ну и, соответственно, конечно же, провернуть, то есть коленвал, когда в цилиндре большое количество масла, но это реально невозможно. В общем, сегодня решили попробовать сделать немножко по-другому. Сегодня решили вместо масла, ну, то есть, ну, сымитировать то, что в картер двигателя попадает солярка, то есть масло добавили соляры, ну и тут на всякий случай, я не знаю, пацаны говорят, давай, короче, нафиг, вместо масла подадим, короче, через турбину солярку. Ну, в общем, короче, что из этого получится, если честно, пока еще никто предсказать не может. А самое обидное то, что он не заводится с ключа, то есть он заводится только вот с галстука. Поэтому, ну, будем таскать. Ну, что теперь поделаешь, запустить нам его в любом случае надо. Покатаем его по краешку, чтобы асфальт сильно не портить. Ну и надеюсь, что у нас все получится. В общем, погнали. Ну, пробуем. Много. Много. Все тарабанит, я слышу. Прям если стучало что-то типа похожее только на ТНВД, то сейчас вообще там хлопает все на свете, блин. Да ё-моё, блин, что это было? Фу, там сильно много подаешь ее туда. Смотри, что происходит. Да, у нас тут опять то ли масло, то ли соляра полетела. Прям живьем, смотри, выкидывает. Ну. Литр залетел, надо меньше. Меньше, конечно, надо. Нафиг прям туда ее сильно много-то. Зачем? Попытка следующая. Черт его знает, какая уже по счету. Нормально.
Немного? Я вообще считаю, ничего не беру. Ой-о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 й. Все? Все? Вывалилось, да. А что вывалилось? Железки видит. Какие железки тут вывалились? Да ладно, ты завалил. Че он раньше времени-то? Елки-моталки, что там выпало? Давай посмотрим. О! Так. Короче. Похоже, где-то кулак полез. Да, поздравляю, господа. Пожмите руку. Я вижу часть поршня, лежащего на трубке охлаждения. Замечательно. Так он протягивает тебе руку, говорю, пожми ему эту руку. Не, ну он руку мне не, как-то я ее не вижу. Я просто часть, этот, поршня. Кусок поршня лежит прямо здесь на трубке. Блин, а где он вылетел-то? Давай искать, где он вылетел. Так, неинтересно. Я думал, страшно будет. Не, ну он и такой, пока. Так, в масле. Все в масле вот с этой стороны. Значит, где-то, блин, здесь. Хотя дымится оттуда. Видишь дыру? И я не вижу. Ты кусок поршня видишь? Она есть, да. Нет, ты кусок поршня видишь? Вижу, вижу, еще тут вот осколки. Еще осколки, да? А вот где они высыпались, непонятно. Блин, очень плохо видно. Блин, ну похоже они... Нет, похоже все-таки, наверное, с этой стороны, раз здесь все в масле. Ой, а в обратную сторону что, стартер не крутит, да? Блин, жаль, а? Все, уперся. Случилось, что случилось. Оборот он очень хорошо набрал. Мы так обрадовались. Сейчас будет барабанить, вообще дубасить как следует, прям фигарить. А он взял, обиделся, в общем, на нас. И причем даже солярку уже туда не подавали, даже не в турбину, никуда. Просто он чисто вот он на парах начал фигарить. И все было бы хорошо, но куски поршня, кусок блока с частью гильзы, все это мы прекрасно можем теперь наблюдать на асфальте. На прицеп и на базу. Поехали. А, о, вот он. Это получается у нас четвертый цилиндр. Похоже, просто не выдержал либо шатун, либо оборвало изначально поршень. Ну и потом после этого такие вот получились последствия, короче, пробило блок. Все это вы прекрасно видите, там внутри все вот так вот, все закручено, все обломано, шатун аж развернул. Ну, в общем, короче, это тотал, это 100%. Блин, ну бывают же ситуации, когда они просто сами идут в разнос, а тут мы делаем специально, чтобы он пошел в разнос, и нифига не получается. Поэтому напишите в комментариях, надо почитать, что еще такого можно сделать. По сути, делали все правильно. Масло с кулька, когда хватает, фигарит в разнос. Когда солярка, ну то есть топливо попадает в блок, тоже идет в разнос. Но почему-то у нас вот получалось буквально он секунд, грубо говоря, там 15-20, то есть начинал раскручиваться. То есть все, пошел в разнос, раз и начинал скидывать обороты. Почему это происходит? Прям даже не знаю, что предположить, но по факту движку хана. И в любом случае, если двигатель идет в разнос, дизельный, сами понимаете, заглушить его можно только одним способом. Это, соответственно, заткнуть ему воздух. То есть сувать воздуха, не там, шапку, кепку, шубу, хоть что. Лишь бы, короче, не было воздуха, не было кислорода и прекратилось горение. Но по факту вот такие последствия после того, как движок идет в разнос, я думаю, что, ну, 90 с лишним, наверное, процентов моторов погибает, если его вовремя не заглушить. Ну ладно, руки опускать не будем, как бы в любом случае, возможно, появится еще у нас какой-нибудь дизелек пободрее. В общем, ребята, у меня вот на этом все, так что смотрите нас, подписывайтесь, конечно, предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все.